по человеку, но сегодня именно тот случай. София. Это видео для тебя. Я сейчас еду. Поспал часок. Прям под вечер, представляешь? Просыпаюсь, у меня такое хорошее настроение, спокойствие такое, еду. А у меня твои слова в голове. О том, ты комментарий оставила, да? Вот, такие ты права, вот, не знаю, еврейская мудрость, как хочешь, назови. Ты говоришь, просто люди привыкли служить себе. А они здесь для того, чтобы служить другим. А я тут распинаюсь, блин. Вот и все и понятно мне стало. Я... Передо мной внезапно стала вся моя жизнь. Действительно, сколько себя помню, мне всегда хотелось, чтобы сначала кому-то было хорошо. Мне казалось, что я по умолчанию счастлив. Просто так, уже. Сразу. А раз я уже счастлив, значит, надо кого-то другим сделать счастливым, правда ведь? А думаю, почему меня дербанят вот эти людские «дай, дай, 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 дай». А потому что все так и привыкли «дай». Служение себе или служение другим. Вот оно. Ну, действительно, так и есть. Ты знаешь... Идешь, что ты с тобой? Я сейчас начал понимать свою жену. Когда мы приезжаем куда-то в гости или вообще даже к родственникам едем, которых уже видим десятый раз на неделе. Она тащит с дома какие-нибудь безделушки, конфеты, вещи, из которых выросла она, выросли дети. И она постоянно хочет кому-то что-то подарить. Ты знаешь, это, наверное, одно из тех качеств, почему я ее выбрал. Она тоже дарит себя людям, несет. Мне кажется, она говорит «дай» в последнюю очередь. Точно! Она все время говорит «на». Это вот забота. Между прочим, у вас немного общего. Так и вы понимаете, о чем я говорю. Из одной породы. И вот я сейчас еду, да? Вроде бы это кажется... Я знал об этом. Где-то в уме. Но сейчас, видимо, я до этого... Доехал, дотуркал. Я стал в голове пазл. Вот почему. Подспудно делая людям что-то, я автоматически почему-то ожидаю, что, ну почему же ты так же, ты же должен тоже так делать, как я. А нет, таких людей нет, такие люди есть, но их действительно единицы. И ты права, их действительно ищут. Их находят среди толпы. И либо в них начинают кидать камни, в кавычках, либо просто пользуют. Типа, а, ну раз ты раздариваешь себя, давай мы тебя возьмем. На халяву же дают. Действительно. Ведь кажется, все просто. Я вспоминаю свое детство. И потом мы выросли, я пытаюсь к своим одноклассникам применить то, как я жил, они не реагируют. Почему? Да потому что и тогда же у меня был принцип этот. Я думал, автоматически все по умолчанию так живут. Я отдавал свои игрушки. Я отдавал свое внимание. Мне было не жалко это. И я был очень удивлен, когда для меня кому-то было жалко что-то, и человек не делился. Я вот лично не знаю, ему надо маму будет спросить. Я не помню, чтобы я зажимал какую-то вещь или не делился чем-то. Все-таки от мамы это воспитание пошло. У меня мама такой же человек.
тоже все для других, поэтому ее до сих пор вспоминают, помнят, пишут. Все гениальное просто. Просто, видимо, я думал по умолчанию, что мир такой. Вот. Спасибо тебе за твою душевную доброту и теплоту, которую ты оставляешь с первого своего сообщения у меня ВКонтакте. Иногда даже такие вещи действительно приятные и душе, и разуму. В общем, это видео тебе, Софочка. Спасибо тебе огромное.